Всем привет! С вами канал Движение Жизнь и, как всегда, активный отдых по Пхукету в данном случае. И сейчас я дам камеру Диане, она вам расскажет про храм, так как ей не очень нравится, а для меня, если честно, как-то так себе храмы. Так что передаю ей микрофон. Ну а дальше самое будет интересное, это, конечно же, разные пляжи. Сейчас мы с вами находимся в храме Кхаоран, или как местные его называют Ранг Хилл Темпест. Он находится на склонах знаменитого Ранг Хилла, вот, что расположен в Пхукет-тауне. Сам храм уже на входе радует яркими, пестрыми красками. То есть можно посмотреть на вот этого великана исполинских размеров. Вот такие вот змеи, которые везде присутствуют. Сейчас мы с вами поднимемся наверх и посмотрим на всю эту красоту. Далее, если отойти вправо от храма, от входа, там находится огромный золотой Будда, сидящий в положении. И еще покажу вам вот таких вот классных статуй. Я думаю, внутри будет еще интересней. Поехали! Забываем, что внутрь храма проходить нужно босиком, то есть разуваемся на входе и проходим внутрь. Ну, что я могу сказать, что внутри сейчас, скорее всего, идет ремонт. Есть небольшое место молитвенное, вот. Но, тем не менее, думаю, если вы будете где-то недалеко, то, думаю, следует зайти. Кстати, здесь написано, что нужно снимать свою обувь. Сейчас мы снимем и пройдемся, посмотрим. Здесь вот такие вот небольшие скульптурки украшают забор. В целом храм очень яркий, живописный. И, честно говоря, хотелось бы посмотреть уже его полностью, когда ремонт и строительство, я так понимаю, будет закончен. Пока кое-где закрыто, кое-где стоят вот такие вот всякие заграждения. На самом деле здесь стоит замок. А здесь вот такая вот дверь, и она с другой стороны заблокирована на замок, но мы с вами сюда проникли, чтобы все ближе рассмотреть. Надеюсь, никто нас за это не отругает. Ну блин, посмотрите, какая красота. А внутри прям вот видно росписи на стенах. Здесь даже вот можно увидеть, что дверцы, они вырезаны и расписаны, и все это делается вручную. Представляете, какой колоссальный труд ручной работы. Просто восхитительно. А какие детали, это божественно. Мы не только с вами проникли в запретную зону, мы еще и агитируем на это других. Это какая запретная? А, да, закрытая. Дико всегда. Ходи туда, куда нельзя. Давай перелазь, там храм открыт. Двери храма бы не были открыты, если бы туда нельзя было. Да? И не забываем снимать его обувь, но это мы сделали уже на лестнице. Так что здесь мы сейчас с вами просто рассмотрим всю эту красоту. Можно посмотреть поближе, как это все выполнено. То есть где-то это вот такие более графичные решения, где-то более живописные. Здесь можно увидеть, что какая резьба по дереву. То есть настоящее дерево. Еще здесь лежат такие вот коврики. Я так понимаю, что вот здесь можно было молиться. И, естественно, сам алтарь. Вот такой вот храм Кхаоран, который мы с вами посетили, увидели. Ну, а сейчас будем спускаться и посетим еще один храм. Ну, и, может быть, еще один. И нифига, мы с вами оказались на пляже Катаной. Thank you.
Мы прибыли на пляж Сурин. Сейчас 8:00 утра. Тут волны, и это мне уже нравится. Мне также нравится, что здесь есть доски. Значит, здесь можно кататься. По крайней мере, небольшую волну можно поймать и прокатиться. Песочек хороший. И сейчас попробуем запустить квадрокоптер. Только нужно будет отойти подальше. Скорее всего, ближе к камням. Туда куда-нибудь. Для себя мы выделили определенный период времени, когда лучше всего купаться действительно. И это получается, встаем в 5 утра, в 6 выезжаем, или в 6 встаем, в 7 выезжаем, то есть, ну, не позже 7. Едем на пляж, вода всегда теплая, плаваем до 10, до 11, потом уже начинаешь сгорать, то есть в этот момент, ну, загар более-менее нормально еще ложится, а дальше уже просто сгораешь. И одеваешься, полностью закрываешься, лучше несколько слоев, плюс еще мажешься кремом. Далее уже можно там по храмам, по каким-нибудь заведениям, базарчикам, ну, кататься по острову, по площадкам смотровым. И после 4 ехать уже на другой новый пляж, где можно будет еще покупаться. А тут прям такая площадка есть наверху. Забираешься, смотрите. И вон камушек, если возможно залезть. И здесь вот прям. И вот такой вид открывается. Идеальное место, чтобы запустить квадрокоптер. Надеюсь, кадры вам с воздуха понравились, парочку сделал. Но интересная вещь, заметил то, что буквально через 5-7 минут полета, максимум 10, начинает теряться связь. Как будто глушат, то есть вообще даже сигнал с пультом начинает пропадать. И причем не везде, но вот вблизи, где пляжи или где есть какой-то городок, то такая вещь происходит. Отлетаешь буквально на 200 метров, все, связь начинает теряться. Высоту вроде стараешься набирать небольшую, как в правилах там указаны, там 70 метров, но все равно доходишь до 80, спускаешься, и сигнала как не бывало. И в такие моменты, конечно, страшный задрон, когда он висит над водой где-нибудь или над скалами. Сейчас можно поймать волну и до сюда докатиться. Но это не так много метров, но все равно докатиться есть на чем. Даже на пене. То есть на таких волнах можно учиться. Плюс этого пляжа в том, что здесь есть синек, вы можете под деревьями спрятаться в синьке. И сразу глубокий вход в воду. То есть разогнались и сразу нырнули. Все, вы находитесь в воде, далеко не нужно идти. 2-3 шага, и вы уже там плаваете спокойно. Ну, в общем, Камала Бич, это пляж такой здесь. Смотрите, чуть больше берег, береговая линия. Синька еще больше, потому что там какие пальмочки здесь стоят, красивые. Вода также чистая, небольшие волны, сильный отлив с утра. Плавать можно. Стоят шезлонги, зонтики. И кафешки. Можно на месте перекусить. И то, что сразу первым делом замечаешь, то, что на этом пляже очень много семейных пар, с детьми, детей много. То есть, ну, не глубоко, им можно плавать. Можно с детьми сюда приходить. Кстати, один из главных советов. Когда куда-то уходите, включайте кондёр. Комната охладилась, пришли, отключили кондёр.
Мы уснули под включенным кондером, на утро просыпаясь, ну, соответственно, и губа вот такая, простуда вылезла. Лучше делайте так. Are blinded by our sight, all the places we will find. Just close your eyes and you will see. Spread your wings and you'll be free. You can do it if you try, nothing more. Just close your eyes and you will see all that's really within me. We are blind. Еще один пляж, который рекомендуют посетить, называется Banana Beach. Особенно для снорклинга. Особенно для снорклинга. Но с собой у нас маски нету. Смотрите, паркинга здесь как такового нет. Вот так все ставят вдоль дороги. Но это опасно, так как уже целый ряд такой длинный создается. А здесь не совсем дорога большая, не широкая. И спуск идет вниз буквально там пару метров через небольшие джунгли. И вы окажетесь на красивом пляже. Тут можно спрятаться и в тенечке сразу по деревьями. И смотрите, какие камни красивые, скалы. То есть можно сделать красивые фотографии. Смотрите, ребята, вон самолет приземляется сегодня. То есть мы в тот день не так попали, когда они взлетали в ту сторону. А сегодня уже посадочка идет. Причем до этого пляжа уже, до Майкала, не так далеко. А тут еще занимаются снорклингом в той стороне. Можете брать с собой маску, трубки, ласты и плавать. Вода, пока что вижу, что здесь самая такая прозрачная вода. Сейчас искупаемся, посмотрим дно, но, скорее всего, оно точно такое же песчаное, как и везде. Проехали пару километров, и мы оказались уже на пляже Night Home. Здесь такая атмосфера, парковочка стоит, небольшие дома, есть деревья, и чисто такая береговая линия. Сейчас выйдем на пляж, посмотрим, какой песок. Но мне кажется, здесь сразу забегаешь, и будет глубоко вода, потому что быстренько так темнеет. Тут есть душ. Офигеть, прям в руках так раскрывают. Кокосы взял за 40. Вкусные, мне нравятся. Очень вкусные. И сейчас смотрим блюда. Зашли где-то на пляже. Цены здесь, конечно, ребята удивляют. Я еще не успел удивиться. Но они тут подешевле даже, чем дальше. Дальше вообще 250-300. Только один бургер с картошечкой стоит 80. Не 80, 180. Это салат с помидоров. Салат с помидоров 80 бат. Суп пельмени. С чем, интересно? С курицей. Ну, выглядит забавно, еще сметанку добавить, которой здесь нету. Смотрите, еще вкусняшка будет. Тут в виде ананаса сделали рис с курицей. Вкусное блюдо, кстати.
да, но оно... Мне нравится с перчиком еще. Интимный супик. С одной креветкой посередине. Вот это красота. Бананасики, рис. Салатиком, с цветочком. Цветочек самый вкусный, наверное. И пришла моя лапшичка. С кукурузкой, с курицей и разными овощами. Нам принесли, короче, бананчики еще, комплимент, арбузик, манго. И все это красиво украсили с цветочками. Пока ребята кушают, быстренько я же пробегусь. Сейчас я вам засниму, покажу, как здесь. Солнце просто палит нереально. И песок горячий. Но тут волны должны быть. А вон, с той стороны, смотрите, как идут. У-ху! Да, есть волны. Нормально. На этом пляже очень мало людей, может быть, и популярный. Или... Белый песочек такой, деревья. Вон взлетает самолет как раз с того пляжа, где были. Уже не приземляются, уже взлетают. Вода чистая, кристально прозрачная, смотрите какая. И волны. Кстати, самая чистая вода есть в пляже, мне кажется. Ребята пока еще там сидят, не вышли. Но кажется, я не могу удержаться, я сейчас быстро окунусь. Здесь реально самая-самая чистая водица, которая вообще есть. Здесь песок так не поднимает, волны только в конце. И вода прозрачная. Кайф. Просто кайф. Пляж мне нравится. Сейчас я накроют. На Бали и любит White Sand Beach, именно волны на том пляже, то этот пляж для вас как раз подходит. Классные волны, есть небольшое обратное течение и водица прозрачная. Бежишь прям сразу же с берега, запрыгиваешь в волну, ныряешь и кайф. Мне здесь очень понравилось. Оно из таких мест, куда хотелось бы вернуться и просто с волнами поиграться, поплавать, попрыгать. Как тебе этот пляжик? Пляж классный. Вот. Вот. Все разорвано. Все разорвано, локоть сломан, но пляж крутой. В общем, это в топ-3 Дзянкиных пляжей Пхукета попадает этот пляж, причем он на первом месте теперь находится. Однозначно. Он мне напоминает White Sand. Это единственное исключение, потому что здесь золотой песок. То есть он реально у меня так на ноге сейчас переливался, когда я сплывала. Круто. Поднялись чуть-чуть повыше от храма и на сразу же попали на смотровую площадку. Сейчас посмотрим вообще, что здесь интересного есть. Но в основном я понял, что на смотровую или с утра нужно приезжать рано утром для красивого заката или вечером. О, еще одна маленькая обезьянка. Точнее наоборот, рассвета и заката, ну вы поняли. И снимать звезды отсюда хорошо, с верхушки просто видно отлично. И вон у нас еще обезьянка, как Диана говорит, сразу залезла на лиану. Хлебом не корми, дай только полазить где-нибудь. Банан дать? Ой, да. Каждый день просыпаться в 5-6 утра и сразу же в путь, это, конечно, непросто. И в таком режиме, находясь
4-5 дней усталость так же накатывает, как вот на песиков место. Смотрите, просто лежит, жарко, ничего не охота. Я тоже сейчас рядом с ним лег, но интерес подогревает, желание двигаться дальше, смотреть, что здесь есть, снимать. И по этой причине мы здесь. Сделали еще пару шагов, прошли чуть-чуть, и вы увидели небольшое построение с арками. Далее смотровая площадка сама. И именно вечером, я уверен, будет красивее, когда все это будет светиться. Все фонари зажгутся. Очень обширный вид открывается. Смотрите, во все совершенно стороны. Для тех, кто любит делать фотографии с высоты, то вот площадка именно для вас. Внутри какая-то история или описание. Увы, на тайском я вам не смогу прочитать, но это выглядит вот так. А еще здесь есть качелька, кроме, да, причем не одна, там лиана, здесь качелька, причем несколько лиан. Так что фотографии можно здесь понаделать, те, кто любит фоткаться так. Добрались до пляжа Катаной, что находится в другой стороне от храма вообще. И паркинг почти весь занят, с правой стороны от меня видите. И сейчас посмотрим, какие здесь волны, какой пляж, песочек. Он является соседним от Катаяй, на котором мы были вчера. Да, рядом они находятся. И на что первое внимание обращаюсь, так это наши звонги. Их здесь очень-очень-очень много. Что радует, это волны. Есть волны, значит, уже интереснее плавать будет. А так, как всегда, стандартно. Белый или желтый песочек. Также заходишь в воду, тоже песочек. И здесь не сразу глубина. Здесь нужно все-таки пройтись. И вижу, что есть серферы. Вон один на доске, он второй. Хороший пляж для тех, кто хочет научиться серфить. Здесь как раз пена, идеально. Видно, как начинается волна, подъем. И там можно уже начинать грибси ловить. Видно, вон люди, серферы туда идут. Пока что, мне кажется, это самый такой идеальный пляж здесь для тех, кто хочет научиться серфингу. И запросто поймал пену и можно ехать до сюда. Потому что там не глубоко, а по пояс где-то. Идеально, то есть не нужно на доске уже лежать, а прям отталкиваясь, прыгивая, можете, ну, для начала ловить, чтобы легче вставать, учиться просто поймать волну, почувствовать вот это равновесие. Цену, увы, я не знаю, сколько доска стоит в аренду, я не вижу здесь, кто сдает их в аренду, вообще не видать на этом пляже, может где-то подальше. Ну, в общем, о самом пляже. Очень классно, мне нравится то, что здесь есть волны, то, что можно серфить, можно купаться. Купаются дети, с детьми здесь, вон, видите, купаются запросто. То есть никаких проблем, песочек, пляж неглубокий, заход такой постепенный. Сюда можно приезжать как серфить, так и отдыхать, провожать солнышко за горизонт, наслаждаться. Вода, конечно, чуть мутноватая, так как волны, песок поднимаются. Но это не проблема. Все-таки дно полностью чистое, ни одного камушка я там не встретил. И сейчас с камерой пойдем туда. Насчет серфинга, в общем, здесь видел то, что всего два человека катались, и они со своими досками были. Аренды я здесь не видел на пляже. Классно они покатались, особенно если на закате, это вообще огонь. Фрукты, конечно, здесь и соки и так далее. Все, что на пляже продается в два раза дороже.
чем в обычном. Массаж 400. Массаж, да, 400 стоит. И вас там на ковре с песком массажируют, вообще прекрасно. Все понравилось, пляж классненький, можно учиться серфингу. Ну а сейчас мы поедем, куда мы поедем, как он называется? Барбекю-буфет. Там, в принципе, сейчас там все и расскажем. Дорога. С этого пляжа до туда занимает 6 километров, 6,5. Вот добрались до этого заведения, там просто жесть какая-то творится. Ну, много народу, все там что-то готовят, готовят, жарко. Это нужно, не знаю, насколько быть голодным, чтобы сюда приехать и объедаться. Реально за текущую сумму, допустим, там 200 на человека, если не ошибаюсь, нужно плюс жаровня. Определенную сумму стоит, сейчас узнаю. 200 за человека, и плюс ты должен докупить 200 вот эту эту штуку. Но... Если она 200 одна, стоит? Да. Нет, если ты придешь одна, то ты должна заплатить как за двоих. Ты не можешь быть здесь одна. Надо только вдвоем. Поэтому по-любому выходит, что где-то 400 бат ты отдаешь. Поэтому выгодно вдвоем ходить. Получается выгодно, видишь? Ради вот таких здоровых креветок. Их, наверное, разобрали или где-то их искать надо? А сейчас еще доложат. Спокойно берите вон. Берите, без проблем вообще. Закидывайте, жарьте. Бежим куда-нибудь. Пару минут назад Тима сказал то, что он объелся, переел и больше ничего есть не хочет. Смотрите, где Тима. Это идет Тима с тарелкой. Уже что-то несет и пошел еще что-то брать. Здесь просто нельзя остановиться. И сейчас Диана экскурсию проведет, небольшую по еде. А, я уже забыл. Смотрите, ракушка сварилась. О, она меня обожгла. Еще одна улитка сварилась, точнее. Она вылезла? Да, вылезла. А все, теперь надо за нее дергать, тогда ее сюда. Какая-то зеленая, это мидия, тоже сварилась. А вот это нет, не вылезла. И тут мяско у нас жарится, его перевернуть просто нужно. Давай, грызи. Это не ешь, да, это надо за нее вытягивать. Во-во-во, пошла. О. Была когда-то живая улитка, представляете? Осторожно, зубы. Песок может. Что? Песок может быть. А, с песком. И что, ее макать куда-то или просто есть? Похоже на мидию. Лайма не хватает. Реально мидия. Просто прикольно. Вкусно. Жалко улитку, но вкусно. Здесь, по идее, у нас креветки. Как видим, их нет. Когда приносят креветки, здесь толпа людей подбегает и буквально за одну долю секунды все вот креветки бедные исчезают. Вот что осталось от креветки. Куриная ветчина. Там у нас мясные шарики. В общем, здесь да. Ряд мясного. Мы... Нет, не только. Здесь морепродукты тоже. С морепродуктами. Здесь чисто курица, допустим, разные соусы. Здесь вот мясо. Здесь, допустим, у нас, смотри, салмон есть, видишь? Вот такой длиннющий ряд. Смотрите, здесь. Здесь вот осьминожки всякие, брали. Кальмары. А что это такое? Кальмарчики, еще что-то. Посмотри, какие длинные палочки. Не знаю, что за палочки. Если вы знаете, что это такое, напишите. Здесь, кажется, просто что-то было. Так, вот здесь мидии, ракушки, мидии, рыбки. Да. Рыбы. Так, на этом стороне у нас что? Давай, бери тарелку, ананас возьмем. Давай. Процесс вот простой. Берете тарелку, берете чашечку, давай. То, что вам нужно. И идете набирать то, что хотите. Давай, вот как и мы сейчас. Просто берем. Ну вот. Арбузики есть. Дальше. Арбузики если, уже кончились, я их съела. Если вы вегетарианец, еще что-нибудь. Вон грибочки. Разные всякие. Лучка. Капуста, трава, лучка. Зелень. Готовая еда сразу здесь. Плов, что-то жареное, похоже на картошку. Фри. Какой-то спагетти. Все, причем теплое, это плита, все подогревается. Это пельмешки с чем? Жареные. С курицей, если не ошибаюсь. С курицей. Вот наши спринроллы. Будешь пробовать? Нет, спринроллы уже не лезут. Привет. Готовые креветки, кто не хочет сам готовить, то готовые. Но нам нравится самим готовить. Вообще всю еду самим готовить. Она намного вкуснее получается. Еще есть вот эта сторона, но давайте просто пробежимся быстро. Мне тоже одно мясо. Все, с мясом, с мясом. Например. Сосиски даже есть, кто любит. Маринованные, прям запах такой, когда открывают. Пожалуйста, все, что продается на базарах. Тофу. И опять же креветки.
Креветок нету. Здесь у нас сушки. Сатешки всякие. Сате. С курицей. И даже грибочки. Грибочки очень вкусные в беконе. Мне понравились. Они обалденные. Также есть разные соусы. Кроме соусов вы найдете помидорки, опять зелень разную, вкусняшки, сладости, манго. Манго очень вкусная. Какой-то салатик. Похоже на оливье что-то. Не знаю, что здесь вообще происходит. Какой-то популярный десерт, его многие берут, а мы его, кстати, ни разу не помним. Тут можно понабрать желешек, разный вид мороженого. Желешки. И разный вид мороженого. Угу. Все лотоса, угу. Чили, перец и непонятно что. Тоже сосиски. Беконе. Котлетки. Курица. Жареные ребрышки. Ребрышки. Это салат какой-то. И для любителей роллов. Да. Ну, роллы здесь так себе. Все это можете кушать, пока вам плохо не станет. А здесь, я уверен, каждому человеку в конце плохо становится. Просто остановиться нельзя. Все набирают, а потом, после этого, нужно обязательно все съесть, иначе получится штраф. Если не будете съесть нам. Вот так краснеют креветки постепенно, которые положили. Здесь можно их и жарить, и варить. Понабрался я разного мороженого. Ананас, пудинг. Диана там, типа... Роллы или что это? Угу. Роллы и всего. Манго. Ну вот такой стол, смотрите, богатый получается. И сам готовишь это все. И ребята счастливы. Поели наконец-то за сегодня. Мясо с фаршированными такими грибочками. И сейчас водички сюда подольют. Вот. Теперь берем, опускаем вот эту вкусняшку сюда. Прям вот так. Оп. И сейчас это все сварится. Будет очень-очень вкусно. Я уже съел одну, попробовал. Мне очень понравилось. Грибы вообще обалденные, кажется. Я их сейчас еще поджарю. Короче, Дианка говорит, вкусненько очень. И мне тоже понравилось, я уже несколько раз кушаю. Нура уже объелась. Тима, какую третью порцию мороженого ешь? Заливаем кокосовым молоком с чем-то. И это очень-очень вкусненько получается вообще. Уже вторую порцию кушаем. Короче, Света нас научила, как кушать вот эти червячки или какие-то желешки. Тима просто ее уничтожил. Смотрите, медузу взяли сейчас. Попробуем. Закидываем сюда. Берем кальмарчика. Мы его тоже сейчас заварим. Сварим. Смотрите. Оп. Закидываем сюда. И мясо. Это у нас... Что это? Говядина? Просто мы его зажарим. Очень вкусно. А потом еще и соусом. Вот такие кусочки. Если вы сидите перед монитором без еды, я вам сочувствую. Обязательно поставьте на паузу, возьмите что покушать, что-нибудь вкусненького и продолжайте смотреть. Такое ощущение, что нас просто взяли и заставили все кушать, все вкусняшки. Особенно в конце взял кто-то, наложил дофига себе мороженого и заставил сам себя кушать насильно. Я не хочу этого, нет. Пожалуйста, да, заберите его. Ну, а вообще мы съели по 4-5 порций мороженого. Мы решили такой чан, да? Да. И не только мороженого. Советуем это заведение однозначно посетить, объесться и сразу пойти отрубиться спать. Ну, правда, еще нужно до отеля доехать. По дороге бы не отрубиться. И байк сдать, да. Разменять деньги. Сегодня уже завершается наши... По катушке по острову на байках. Жалко, нам так нравится на байке ездить.
Завтра насыщенный день, встаем в 5 утра опять. И отправляемся на разные острова, но это уже в следующем выпуске. Сейчас поедем и сдадим байк. На человека здесь вышел покушать 234 бата. Я сижу, вы шестеро. То есть брали 3 бутылки воды, 2 жаровни эти. Все, Тиму отпускают, вернули паспорты. Все, все отлично, прокатились вообще. И еще раз, конечно, спасибо сервису по аренде байков. Именно этому, реально. Просто классные байки, ухоженные. Все чистенькие, смотрите, как блестят. Хозяина зовут Оу, а девушку зовут Э. Так что можете обращаться сюда. Спасибо. Thank you. Паша, рад был вживую познакомиться. Спасибо за отличную компанию и то, что так весело время провели. Завтра еще ужинать. Да, завтра поужинаем, может быть. Да, ну хорошо. Мы в отель еще придем купаться. Вы здесь рядом находитесь, да? Ну что, Тима, мы теперь опять без байков. Печально. Чувствуется пешеходом такое опустошение, кажется. Да. Как люди живут без байков, непонятно. Мне как будто третью ногу отняли. Переходим. Для меня отнятие байка — это приближение, что мы сейчас уже вот-вот. Давай, беги. Да. Реальное ощущение как будто. Ну, в принципе, оно так и есть. Завтра остается день. Весь день по разным островам. По красивым райским. Собрать вещи вечером. И все, уже через день улетаем. Все это время Тима ездил без категории А. Есть водительские права Б, С, но без категории А. И все нормально. То есть его ни разу не останавливали, он был в шлеме, был одет. Все отлично прошло. А я в этот раз, так как получил международное водительское удостоверение, это вообще шикарно. Такая свобода, никаких переживаний, что тебя могут остановить. Просто сел и поехал. Рекомендую всем делать. У нас, кстати, соседи, французы, вообще шумные ребята такие, и на замечания никак не реагируют. Ну, общем, со второго раза, с третьего или второго, или третьего, не помню. В общем, притащили себе тайских девушек в 5 утра, или в 4 утра, и давай там шуметь в коридоре. Но даже если они старались тихо говорить, у них у самих такой голос, голоса или тембр разговора, в общем, очень-очень громко все. И сейчас Диана попросила, чтобы нас переселили. Нам дали. Так, ты хочешь, что дали? На 8-м этаже номер, но походу без окна, и мы вряд ли перейдем. С окном нам больше нравится. 18.04, сейчас посмотрим. Там нет. Что это у нас? Смотрите. Мы находились сюда в той стороне, на 4-м этаже, а здесь 8-й этаж. И... Та-да-да-да! А, да. Вставь карточку. Точно. Здесь же работает система. Та-да-да-дам! Вот, смотрите, офигеть, намного цивильнее, вы посмотрите только. Ой, туалет-то классный. Все убрано, все сделано, все как надо. Все чистенько. И очень-очень приятно. Даже стенка. Вы посмотрите, на потолке нету никаких трещин, ничего нету. У нас не кафель, мы в туалете больше. Просто прекрасно. Спасибо этому отелю. Еще 2 ночи нормально теперь проведем и спокойненько. И напомню, как наш номер выглядел. Конечно, мы к нему уже привыкли за это время. Но, смотрите, кафель. Здесь везде кафель. Что в ванной, что в этом. Также вот такие потолочки. Туалет, в котором вода желтая наполняется постоянно. И неудобное расположение. Туалет, двери и... Да, когда открываешь, что здесь вот вообще неудобно. Ну и, соответственно, вот такая фигня. Плюс кран, если вы забыли. У нас вот так течет забавно. По всей стороне. И душ всю ночь капает. Ну и кондер периодически гудит, и зато мы очень его включаем.